которого бывает так. Чтобы Новый год стал звездным, съешь 12 виноградин под бой часов. По виноградине на каждый удар. И весь год у тебя будет удачным. Так считали в Испании, где виноград – это символ богатства и процветания. Так что запасайтесь виноградинками. Чтобы Новый год принес богатство, что же нужно сделать? На Рождество не забудь поставить на ночь в укромное место блюдечко с рисовой кашей, посыпанной миндалем. Подношение для шведского рождественского гнома, который взамен принесет богатство. Чтобы Новый год оказался роскошным. Идешь в гости, подари хозяевам дома два мандарина. В Китае считается, что это приносит удачу как хозяевам, так и дарителям. Пара мандаринов на китайском языке созвучна словом «золото». Поэтому вы дарите золото, и вам взамен тоже будет золото. Заморозил ты он нашу аппаратуру. Размораживай. Чтобы Новый год открыл свою природу. Приготовься слушать. В Китае верят, что первое слово, которое произнесет человек, первым встретившись от тебе после полуночи, станет предсказанием на весь год. Поэтому слушайте только доброго и счастливого человека. Он вам предречет только счастье.